Видишь, это прямо актовый зал был, это самое сразу. Да, и вот сразу вход к лифтовой, либо к лифту, либо к лестничной клетке. Нет, это комната была просто так, это самое... Для складских помещений. Ну, там вход белый. Вот это вот, да? Да. А вот сюда как заходить? Ну, раньше, чем вот это прачечная. Для прачечной. Да, для прачечной. А куда прачечная? Я не знаю это самое, это уже не знаем это. Вот они, вот эти окна замурованы, а здесь были эти там прачечные. Где закрытые, как сейчас они стали основным входом и выходом для жителей. Так это они лишились основного входа. Ну здесь было это, от мусоропровода был, где-то мусоропровода лежали. Да, это дверь для мусоропровода. Сейчас мусоропроводы заварили, поставили контейнер вблизи подъезда. Некоторые жители ленятся выносить мусор, оставляют прямо на площадке. Ну, конечно, зайти. Аварийная ситуация. А у электрика есть управляющая компания ключ, да? Да, да, да. А, ну, то есть он может сам ключом. Ну, сейчас мы там вот она получается, ну, как раз это самое... Да, там, в том подъезде там более видно это детально. Это здесь уже как бы сразу... Нет, а вот, нет, Леш, вот здесь вот, да, вот именно, что вот это вот белое. А сам как в туалете, да? А потому что... Потому что люди... Да, да. То есть для этой секции вон был вход. Здесь он не замурован, а просто закрыт. Так получается. Типа сейчас с лифтом, возможно. Второй сейчас приедет. Это вот основные секции. А ведь красиво строили. Холик там, туда коляски можно было ставить. То есть они это все такими вот конструкциями закрыли, как бы, и там сейчас люди проживают. Соответственно, как бы комната есть, но никаких удобств в плане там. А вот это план. И есть та самая коляска. Да, да, то есть она там сколько, ну, сколько квадратов, я не могу сказать, сложно. Сколько там? 10.